26-й выпуск Минской духовной семинарии состоялся накануне. Торжества по этому случаю возглавил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Заславский Павел. В день выпуска Минской духовной семинарии богослужение совершили сразу три архипастыря. Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел, ректор духовной школы архиепископ Новогрудский Сломимский Гурий и епископ Боровлянский Игнатий, викарий Минской епархии. После состоялась торжественная актовая часть по случаю выпуска Минской духовной семинарии. В нынешнем году богословско-пастырское отделение окончило 94 человека. Кроме того, четверым студентам семинарии, сочетавшим обучение на богословско-пастырском отделении семинарии с учебой на регентских курсах, были выданы два свидетельства о присвоении квалификации регент церковного хора и псаломщик. Ректор семинарии архиепископ Гурий вручил благодарности отдельным сотрудникам и наиболее преуспевшим студентам духовной школы. Также 10 студентов в этом году получили сертификаты об окончании иконописных курсов при Минской духовной семинарии.